Всем привет, дорогие подписчики! И сегодня с вами я, Илюха. И сегодня я бы хотел вам показать, именно такую игру, игры, которые вышли по Happy Free Friends. Давно у меня не было на канале видео, где я снимал что-то не про амнезию. Почти было все в ней. Ну, у меня, в принципе, канал почти про нее. Но сказать вам, что я решил, опять же, как раньше, помните, я сделал видео. Что ты не... Канал Трэша я жутко охренел. Помните это видео? Тут я говорил о самом плохом канале про Happy Free Friends. Я помню, я вот тут вот в Play Market вел. Странно, у меня почему-то все удалилось, то, что я писал. Happy Free Friends, смотрите. Я установил несколько игр. И давайте на них посмотрим. Сразу говорю, ребят, для игры с ними отключайте интернет. Что ж, начнем. Ты, девочка-мальчик. Наверное, мальчик. Так, и кто у нас? Гидлс, Гадлс, Флаки. Что-то тут почти девочки. Ну, давайте Флаки выберем. Селект. Что? Господи, зачем ты побрилась? Тебя ж теперь Флиппи разлюбит. Карандаши? Карандаши убили Флаки. Это пародия. Они решили сделать Happy Free Friends, но пародию. Зачем вы портите такой, я не знаю, как назвать. Зачем они это делают? Вот зачем они испортили это? Я понакачал в нескольких играх и практически в них не заходил. Я выбрал самые такие игры по Happy Free Friends. Именно. Сразу говорю, что официальные игры, они очень хорошие по сравнению с этими. Это не официальные, это от левых. А это что еще такое? Опять Happy Free Friends и Pony. Помните, я выпускал реакцию там под XZ Pony? В общем, помните. Так вот, у меня теперь... Ну, как сказать, теперь, блин, вот эти вот волшебные существа на пони. Так, все, я понял, это фигня. Выходим. Зачем тебе это знать? Хо. А как уйти из этой игры? Сделаем так. И мы зашли в вторую же игру от одного и того же создателя. Так, тут музычка играет. Кстати, прошлый... Неважно. Да, ушки, судя по всему разработчикам, это опять же пародия. И сразу говорю, совет, как всегда, побеждать в этой игре. Жать наперед и жать сюда. Меня какие-то твари пытались прикончить, когда я на паузу поставил. Короче, это даже видно. Они не поленились сделать вообще фигуру Флиппи. Они просто запихнули его морду, одну недвижущуюся, и все. Вот, ну, мне стыдно. Играл в такие... Не играю в такую фигню. Кстати, хочу повторить, что у меня канал не только по этому Happy Free Friends амнезии. Еще по этому, ну, чаще всего амнезия. Сразу говорю, я этот ролик сделал ради того, чтобы... Ну, не потому, что у меня кончили... О, это от аниматора Немало, я помню это видео. Спленди там вроде бы. Смотрите на эти картиночки. Смотрите, сколько тут. Давайте выберем зимний парк.
Напишите в комментариях, кто тут самый нормальный. Кто тут может быть самым нормальным? А где эта жестокость? Я не понял. Где это расчленение? Давайте немного, как всегда, поиграем. Давайте немного, как всегда, да, отвалимся. Короче, эта игра тоже плагиат. И сразу советую, скачайте лучшие игры по Happy Free Friends, которые вышли от разработчиков, или хотя бы они нормальные. Это будет намного лучше, чем я в это играю. Я еще долго буду уничтожаться. И давайте перейдем. Хо-хи-кик. О, привет, малой. И сегодня мы переписываемся с Флиппи и с Фридой. И с Фридой Найт Фанкин. Охренеть, старт. У меня отключенный нет. Давайте включим его, чтобы хотя бы хоть как-то. Хоть как-то там. Старт-чат. Позвонить Флиппи. Видеочат. Нет, видеочат я не хочу, поэтому. Хелло, кто ты такой? Давайте это у него спросим. Сразу говори, я не знаю английский. Вы бот, кнов, о, айм. Он говорит, что ты типа что-то знаешь. Так, он говорит, что твоя музыка хорошая. Я люблю тебя, там, твоих ребят. Короче, переводчик. Давайте еще сделаем то, что я смогу перевести. Так. Ух, нихера себе. А если я заново напишу? Точно так же отвечает, они не поленили. Короче, эта игра просто вообще, ну, зажигательная. Как переписывается Фли? Ах-ха-ха! Смотрите, я... Я пошел отмываться от всей этой шизы. Пока, удачи.